Всем привет, сегодня Сёма Черни. Зараз 6 утра, 10-12 минут. И я отправляюсь в водный поход. Короче, я пришел только раньше в центр туризма, чем надо было. Ну, то есть на часик раньше приехал. Думал, что наверное, что не сяду на сип. Теперь ждать часик. Да ничего. Мы сможем. Короче, мы уже в автобусе. Скажи несколько слов для моих подписчиков. Несколько слов. Короче, носим вещи. Ну, скажи что-то. Хейтеры, бачите, хейтеры уже появились. Снимаю видео. Заново давай. Всем привет, обзор на рюкзак Димы. Весит он килограмм 50. Оно его, чтобы понимал. Не-не-не, смотрим, что у него в рюкзаке. А, сосисочки в тесте. Да. Зачем ему темечки? Спонсор моя мама, да, спонсор моя мама, она мне... Пляска чая, чая. Чай, это чай. СССРовская, друзья, с войны. Вроде бы мог брать. Сейчас все утрамбуем. Утрамбовали. Закручиваем, чтобы вода не попала. Багато людей. Все голодные. Да, аж два. Два взяв? Да. А, нормально. Це на неделю. Ну, а що поробиш? Все, трамбовано. Да. Ну, мій трохи побольше. Потому что человек я побольше. Ну, короче, весело, друзья. Ждите следующего. Так, у нас тут проблемка. Шавель порвалась. Дима її зашиває. Скажіть пару слов. Я, звісно, не професіональний швей, але зато я вмію це робити. Це крок. Міша за нами наблюдає. Це тільки перший день, скільки вже? Тільки 20. У нас там куча що... шавір. Трошки шавір. У нас є вода з лимон. О, це чия? Це дік. Це сумочки Шавель. Я думаю, спеціально така на уляпку. Шаміль. Понимаешь? Шаміль. Російська випадка. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да. Чем? Вас снять? Не. Вас снимай. Нет, Саша идет на каркас. Саша пойдет на каркас, я кто-то из хлопцев здоровых пойдет за мной. Кто здоровый хлопец? Давай. И пойдет за мной. Я чувствую. Я чувствую. Ну, а кто здоровый? Знаешь, я тебе думаю, и пойду. А яска. Сон. Ні, це дрочі, Діма йде. Діма йде? Да. А, ти перший раз. Ні, дай буду, речі, буду. Та не буду. Все. Все? Все. Зашив? Ура! Браво, аплодисмент. Все, ура. Аплодисмент, пару слов. Пару слов. Здесь проходит на годиннику 10 часов дня, а це означає лише одне. Тут багато голодних дітей. Пора піть пиво. Він голодний. Він хоче квас. Квас. 10 годин. Скільки? З вами MC Ланос. MC Ланос. З вами був Денис Приор. Денис Приор. Ладно, все с ними понятно, вы садите челика. Да. Ой, как же, что оно тянет.
тяне.